Вот ведь как иногда бывает, гуляешь себе тихо, мирно, чинно, благородно, охотишься потихонечку на грибочки, потом натыкаешься на такую вот лечебную красоту и в азарте думаешь, так, надо быстренько побежать домой, взять стремяночку, топорик, вернуться на это место и заготовить себе чаги. А потом, немножко успокоившись, думаешь, нет, приду домой, проверю свои запасы чаги. Если чаги мало, то сбегаю в ближайшую аптеку и куплю себе чаги, высушенный уже, нарезанный уже и упакованный уже. Без всякой стремянки и топорика. Вот так.